Прежде всего, аборт – это убийство. Это убийство той жизни, которая дана Богом. Я верю, что зарождающееся человеческое существо или сущность – это Бог, который дает дыхание жизни. Мы фактически вмешиваемся в то, что делает Бог. Я понимаю, что бывают аборты естественные, которые по ряду причин, слабость организма женщины или что-то иное, какое-то вмешательство, может быть, нервное какое-то еще, и абортируется ребенок. Это совершенно другое, но когда медицинским путем прерывается беременность, когда абортируется то, в чем Дух Божий, то, в чем естество божественное, это является тяжким грехом.